Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Кучеров и Саша Харитонова отметили Новый год вместе. Рядом со мной сейчас Саша, с которой мне так круто. Хочу, чтобы это никогда не кончалось. Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили Новый год в своем загородном доме вместе с друзьями. В качестве близких друзей была приглашена и семья Пынзарей. После встречи Нового года Ксюша и Курбан вместе с детьми отправились в путешествие. Семья отдыхает на горном курорте «Роза Хутор». Ольга Бузова отметила Новый год в Москве в компании своей сестры Анны и ее мужа. «Давно я не отмечала Новый год в Москве, спасибо, что вы есть у меня». Моя кровиночка столько со мной пережила и в эту новогоднюю ночь была рядом. Все время держала за руку. Моя сестра, моя любимая, люблю. Катя Жужа отметила Новый год в компании Олега Винника. Видимо, они помирились, потому что перед Новым годом Катя выкладывала пост, что она окончательно с ним рассталась. Влад Кадони отметил Новый год в компании своей девушки. «Мой счастливый Новый год дома», – подписал он эти снимки. Ольга Ветер встретила праздник в клубе в компании подруг. Бывшие участники проекта Катя Токарева и Юра Слободян отметили Новый год дома по-семейному. Токарева написала в своем блоге: «Надо отмечать Новый год с семьей. Моя вторая половина уже 4 года как со мной, значит, этот год удался». А Май Абрикосов перед Новым годом поругался со своей девушкой Олей. Молодые люди часто уже ссорились, со скандалом расходились, но со временем мирились. И перед Новым годом Май опубликовал пост: «Олечка, прости меня, я тебя очень люблю, обожаю, совсем уже не могу без тебя. Пожалуйста, сними трубку, ты сразу все почувствуешь». И похоже, что Май все-таки вымолил прощение у своей девушки, и Новый год они встретили вместе. Судя по его следующей записи, новогоднюю елку они украшали уже вдвоем. Антон Гусев и Вика Романец на Новый год обменялись подарками. «Антон подарил Вике щенка Хаски. Теперь у нас есть Конор», – написала Вика. А Антон получил в подарок рубашку. «Я вчера была крайне оригинальна, подарила классическую рубашку. Но так спешила, что не успела купить упаковку. Пришлось упаковать в себя». Бывшие участники, которые недавно покинули телепроект, отпраздновали Новый год в ночном клубе. К ним присоединились и некоторые участники с Поляны. «Отлично встретили Новый год», – пишет Андрей Назаров. В компании домовских ребят было море позитива и движухи. Курбан Омаров рассказал своим подписчикам, к чему принуждает его Ксения Бородина. Оказывается, с недавних пор ему приходится мазать лицо кремом от морщин. «Пацаны, я тут перед сном стал лицо кремом мазать, не сам это придумал. Просто жена говорит, что уже возраст, надо как бы. Говорит, так все нормальные делают. Да я бы и не делал, просто ссориться не хочу, сквозь зубы мажу». Таким образом, только в 36 лет Курбан стал ухаживать за собой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.